зайти, врубая комп вначале, перед тем, как раздеться. Потом уже раздевайся, все так... Я потом я говорю, Илюш, зайди, пожалуйста, за меня. А куда идти, я не знаю. Сюда наверх, да? Да, только... Тут у тебя хил там есть, хоть? Есть. Потому что он трэш очень много. Похуй, башен. Да. Ой, я... А, кстати, ребят, это, я завтра пойду после РТ, целка десяточку, потом 10 хм. Ну что вы сделаете-то? Если у кого-то есть покупатели, там, на пушке или еще на чем-нибудь... Блять, у меня аж залагало, но... Че, про товар не затащил, да? Не, это опять это рандомно. Быстрее пройдем, чем вот это самодельное. Опять клиент завис, как это заебало, блядь. Блядь, сдох, короче, протовар. Ты ни хрена ты заебал? Протовар вот он. Что-то пиздец, полковник. Ты лежал. В курсе, что там агрится по одному паку, а не по 50? Они же, а кстати, надо ауру поставить. Так заходите, да, чё там? Они там дышат по ПЦ. Да, я вспомнил теперь. А багу присуманили? Да тут был, но с Аликом бился. Я тогда ауру поставлю. Ковки. Блять, меня Алики тут пинают. Хуёво. Пошли выйдем, пизды дадим, сутки. А чтобы в РСХМ попасть, чё нужно? Убить какой-то? Лича в 10 хм убить. Лича в 10 хм убить? Понятно. Чё там, тяжело? О, кстати, мне уже не тяжело. 10 хм. Вот этот Алик тебе пиздит. Нет, там код какой-то и маг был. Маг вроде фигня, код боль. Пизды, давай вот этого мага. Прожмите суммон баги. Этот не пиздил? Нет, пиздит, смотри. Пофиг, все, что херу мает, все, все бил. Этот пиздил. Все, сдохните, суки тупые. Долетели шакалы на одного мага. Давай, ресы. А где вага? Давайте у меня вот. Я захожу, кому там плюсовать? Войду. Ну, в гильдию присоедини просто. Нагло наехал на япончика, правильно, правильно. Плюсуй. Кто на меня наехал? Че, погодите, япончик с шутка, ну, че ты? Ты зашел, нет? А потом мы все дружно идем либо в РС здесь хэм, либо добивать не 200. Пятую карту. Я япончика возьмите. Где он? Я же не могу. Ты загрузился там? Я кошку глажу. Ты какая кошка? Загружайся уже. Зачем гладить Тимыча? Отцепись от него. У меня хорошая кися, гадина, правда, но... Давай поскорее. Блин, Тимыча тут нету. Это та самая, которая... Бери, она мне мешать будет. Да, это которая башкой... Башкой, да-да-да. Разбежалась там, ударилась. Короче, пошлите так. Ты к носу. Я прогрузиться не успел, меня уже пати. Все тебя ждут. Джиф, у кого есть на ПД, нет? Нету. Конечно, набрали таргетных. Кроме ваги никто уебить не может. Да подожди, ё-моё. Ты... Чё за фигня? А у меня другой пол лопал, ты чё думаешь? Тут уже один мог остался. Подожди, мы идём РС-хэм или Кару-хэм? Кара-обычка, убиваем в начале. Кара-хэм по линии. Вы понимаете, япончик заходит, я говорю, плюсуй, мы идём на одного босса. Он даже не в курсе, куда он идёт. На какого, ёб твою мать, босса мы идем? Куда мы идем? Что за хуйта? Корабычка, потом РС 50. Чтоб ты разрал. Обычка РС или РСХМ потом? Ты должен РСХМ. Видеть, только монород уже хочет уходить, потому что все его кинули. Так, ладно, тогда я на РС 10 беру своего вагона. Лока.
РС-10ХМ ты хочешь взять своего вагона? Конечно. Давайте пиздить ему бог лучше уже. Так, сумоньте меня, это... А, бог, тебя сумонили уже. Япончик, а можно... Дайте монороту, батя. Можно личный вопрос? Личный? А очень личный. Войд, дай монороту, батя. Да, выпил? Нет. Я вообще не пьющий человек. Пошли еще раз сумоним этих мобов. Не, ну как бы я... Я могу себе позволить, но я сегодня трезвый. Даже учитывая, что сегодня праздник. Все-все, это меня интересовало. Сейчас еще... Сейчас это... Кару будете долго мне вспоминать, да? Ой, блин, да лучше, лучше не напоминай. Что там вспоминать? Зашли и забыли. А на какого босса идем? На ласта. Иби. Карагер. Да какой ласт? Карагер ласт, да. Ты так скромно, потому что на всех и сразу. Нет, только не обычку. Я запарил. Я вас умоляю, только не в обычку. Зачем ты меня сумонишь? Я же уже внутри каражана. Ну я не знаю, так ты говоришь сумоньте. Я и вышел сумонить. Ты хочешь сказать, у меня плохая реакция? Я же про товар. Про товары не люди. Короче, ты помнишь, что я сегодня про протоваров говорил? Ты вообще знаешь, что про товаром затанчился с RS-25 Optimum? Да. Вот про товар, держи, может лучше танчить будет. Чё это было? Не успел рассмотреть, тебя же скиллы прожимал. А, кое-кто понял. Ты там прожимаешь блок щитом? Ага. Держи. Метеоз Гермес. Слышь, про товар. Я кидаю АУЕшку, которая вообще агро не набирает. Почему меня мобы бьют? Знаешь, что я ему сейчас дала? Я ему дала Салеву. Красота. У меня просто на этой кнопке шамана диспел. Обнови каску себе. Не, подожди, вы реально вы весь рейд хотите чистить? Нет. Мне нужна погибель. Господин протовар, можно было этот пак не трогать. Потому что он не агрится, можно пройти спокойно было спал. Моя вар, моя бить? Да ты не понимаешь, он оттачивает свою кунг-фу. Кунг-фу про товар. Господи. Блин, чё это такое? Как я настроил диспел, мне это бить? Чё так тогда слабенько? Надо вообще вот так влетать тогда. Ну, бля... Всё, АУЕшь. Да подожди. Шлем ешь. Смотри, сейчас протовар кого-нибудь не удержит и полрейда сожрёт. Мне страшно кидать даже ожоги, я просто столбы спамлю. Видел такой скиллованный протовар у тебя? Знал, как каст забивать надо. Ну, просто... дома всего много. Вот тут сейчас нас ждет вайп, наверное. Вы серьезно? В два танка? Или мне кажется? А где погибель, я не помню. Вон туда налево. Мне кажется, что я не успеваю кастовать еще ни разу. Блин, потому что у трэша хп мало. Смотри, про товар вперед тебе пишет. Кидал? Я пока не могу использовать. Сейчас я до погибели дойду и там подожду. Про товар. Просто видал, я как бегу. Вот да попробуй догони. Нечарка. Опа. Где погибель? Ну что, догнал? Вот этот моб погибель, да, охраняет?
Умри, сука. Да ты побежал. Блин, а есть урна-то? А вот, в натуре. Осталось 5 минут еще, короче, бить. Мы уже почти убили. Она же с крестом дает, с крестом. О, погибель летит, да? Надо уже тончить. А нахрена вы реально в два танка? Да. Да, сейчас он спит. Да, он в коте. В коте 60 тысяч хп? Спекайся. Монород, ты тут? Диси? Давай я Фурика быстро прыгну. Тут танк даже не нужен, я тут шаманом танчил, помню. Блять, какой бой, сука, уже появился. Вагабунд. Да блять, это ты, блядь, мразь. Затащил. Да пиздец, я думал спекнуть. Так, тут, кстати, тремор тотем нужен, что я помню. По погибели. Чат дыхнет. Чат дыхнет. Она не дышит. Да-да-да-да-да. Ага. Оп. Еще с хвостом не станет, это же не дракон, да? Ё-моё. Дайте на меня. А еще не фиряет. Она улетела, сука. Как же я буду, конечно. А теперь 5 минут АФК. Что это за хуйня? Это лужа какая-то, надо зайти. В обычке это намного дольше все происходит. Я зашел в лужу. Да тут кого тут две взлетки? В смысле? Она каждые 25% взлетает. Так еще две осталось, на 50-25. Правильно? Ну вот и все, это 2 минуты. Она там в воздухе дольше летать будет, чем смотри, мы как бьем. По скиллу надо, и короче, сейчас смотри. Опа. По скиллу, у меня уже 60% игра, я ее не бил даже. Сейчас мы ее отпиздим. Блять, запустился бой этот, вот Фурика прыгнул, уже бой бил. Блять, я почему-то позвоночник вижу какого-то дракона и все, и больше ничего не вижу. Какой-то скелет меня тыкает. Видишь, Полина, easy inst. Да про товар в нем есть. Запросишь обычно. Че, ШВ можно дать, да? Даю ШВ, короче, нормально будет. Кугами идешь, они почему-то одни проходят эту погибель, другие говорят, мы потом за пронесем. Ну, обычку? Они кусты делают в два захода. Серьезно? Угу. Ты думаешь, я уже не сделала бы этот квест? Постоянно же в кару обычку собирают. Не знаю, я кару обычку обычно я всегда собирал ее. Это... Я даже с Леной говорила. С Леной мы ходили когда? Я говорю, Лен, давай погибель оставим. То есть, ну, убьем лоса и погибель оставим, потом вернемся. Он сказал, нет, мы все сразу проносим. Вот так вот у меня погибель и осталось. И потом я их просто не могла закрыть. Кто это такие шатар? Это те, с кого фласки в шатрате забирать можно. А, нормально. Репу качается, заебись, не собирается. Для протовара эти фласки прям очень полезны, понимаешь? На СПД особенно берешь. Протовар нормально. Использует все, что можно. Любые источники. Товар с СПД фласками. Лучше. Просто духи. Я тебе даже это, я тебе персональную инту сейчас бафну, погоди. Давай. Умный протовар, сильный протовар. Знание это сила, а сила есть, ума не надо. Что? Так Вовке говорил на БК. Таурен, по-моему. Просто смотри, просто чарш в монорота. Опа. Деф ему дал на 6 секунд. Ну все, убили. Что, давай еще убьем босса. Блин, я думал, мы повайпаемся просто чуть-чуть. Да вы шутите. О, смотри, там тапки на протовар, а нет. Тапки на протовар. Все, да? Куда идем? Все, отсылка. Сука, спасибо. А чё тут спрыгнуть нельзя? Либо ЦЛК 10 хм, либо РС 10 хм. А чё комбо твит? Ну ЦЛК, РС-ка-то быстрее.
Я целкашку завтра пойду, обычку и ХМ. Я все буду продавать. У меня уже есть клиенты. У меня только на один ХМ 40 косарей висит. С одного пошли только... Пошли на профан.